Друзья, всем привет и добро пожаловать на криптокухню. Сегодня мы поговорим о дровах, которые добывают монету на алгоритме CryptoKnight. Почему я их называю дровами? Да потому что люди заплатили за данные асики огромное количество денег, и при этом, когда они их получат, то добывать они уже будут практически ничего. Но вышла одна интересная новость от компании Baikal, о которой я хотел бы вам рассказать, если вы еще не слышали. Как мы видим, Baikal, который работает на алгоритме CryptoKnight, это версия Baikal Giant N, по калькулятору добывает $11 в день, нам делает. Если мы перейдем на сайт Baikal, у них просто офигенная акция. Это не реклама, я просто обалдел. Таких акций не бывает даже в продуктовых магазинах. Обычно, ну, максимум 1 плюс 1. Купил один йогурт, получил второй бесплатно. Но здесь это вообще прикол. Вы покупаете один асик и получаете 4 в подарок. Я просто такого не видел. Почему происходит данная ситуация? Ну, все просто. Во-первых, этот асик вышел у них не очень мощным. И после этого еще пару компаний быстренько их обошли. Этот Halung Mining. Я сначала думал, что это какой-то скам проект, но по ходу дела компания действительно существует. Я за ними так поглядываю, посматриваю, но они прям задавили всех своими мощностями. Ну и всем известный Bitmain тоже выпускает ASIC, который более мощный, чем Baikal. Поэтому, чтобы компенсировать свои потери, видимо, эти асики у них там валяются, никому не нужны, они делают вот такую вот акцию. Это, ну, что-то нереальное. Ну, давайте просто для интереса посчитаем, мало ли, может быть, кто-то захочет купить этот асик вообще, насколько он выгоден или нет. Естественно, эти асики все делались под монету Monero, которая недавно прошла хардфорк, и теперь она не манится данными асиками на алгоритме CryptoKnight. Поэтому остались какие-то ноунейм монеты. Может, вы, конечно, их знаете, но я как-то не очень особо. Если я не прав, или это, может, какие-то крутые монеты, можете написать в комментариях, что вы по этому думаете. Итак, смотрим. Цена у данного асика $1900. То есть за $1900 мы получаем целых 5 Giant N асиков. Я уже посчитал для вас, примерно прикинул, сколько они нам будут добывать. Если мы берем 5 асиков, то они нам дают 100 тысяч хешрейта, забирают 300 ватт электричества, и по калькулятору мы видим, что добывать с этой толпы асиков можно целых $66 в день вот этих непонятных Electronium, ну, NiceHash, понятно, Bitcoin, Carbo, Dynasty. Но, в принципе, если NiceHash принимает, и не такая большая разница, Digital Node, то, может быть, для кого-то это и решение, прикол, да, купить один ASIC, получить 5 еще сверху, 4 бесплатно, то есть всего 5, и, в принципе, майнить весьма нормальные суммы. Если мы посмотрим окупаемость данного асика, ну, здесь цена у меня стоит 1900, это без доставки, без блоков питания. Вам, конечно, надо посчитать, что там надо еще кучу блоков питания, то есть цена возрастет на порядок плюс доставка, то окупаемость у нас 104, сделает один биткоин через 104 дня, а окупаемость получается 30 дней всего лишь. Давайте посчитаем. 1900 мы разделим на 66. Ну да, все верно. Окупаемость всего 30 дней. Слушайте, не так уж и плохо. Я почему-то сначала, когда готовился, думал, что это 110 дней. Но это уже достаточно интересно. Если мы возьмем реальную стоимость, которую она выйдет, с блоками питания, с доставками, с растаможками, со всеми делами, то окупаемость 45 дней. Ну, не так уж плохо. И кто его знает, может быть, будут монеты на CryptoKnight еще какие-то создаваться. Может, эти монеты подскочат, которые Bitcoin
BCN. Кто его знает, может они тоже подлетят, хотя я, честно говоря, в это не особо верю. Поэтому, ну, может быть, для кого-то эта информация будет полезной, кто-то, может быть, решится заказать себе тех 5 асиков и поставить, и начать майнить себе на криптонайте, на алгоритме что-то. Может быть, и не такое плохое предложение, как казалось мне изначально. Надеюсь, это видео было для вас познавательным. Если вы хотите что-то сказать или с чем-то не согласны, обязательно напишите в комментариях. Я с радостью это почитаю. Всем спасибо. Пока-пока.